молодчики, с победой, да, хорошая трудовая победа. С первой до последней минуты работали. Впереди и сзади 110%. Ребят, в меньшинстве молодцы, да? Мы себя поймали. Пашка, молодчик, Мишка. В конце здорово. И у нас сегодня Евгения Бирюкова, да? Опять. Знаете, Дышь. Да? Всем больше, всем больше матчей в КХЛ сыграл. Хочу перед всей командой извиниться за свою игру, во-первых. Я... Хорош, Шмель, ёж, красава, зачистил сегодня все, пацаны, игру. Но, Биря, давай. Так, ну, пацаны, все красавчики. Конечно, нам нужно получше начинать такие игры. Понятно, что тяжелая игра была, много эмоций дали Казани, но нужно находить все силы. А так, красавцы, давайте двигаться.